Всем привет, дорогие друзья, с вами Артём, и сегодня, ребята, будет видос про мою коллекцию советских фонарей. Да, коллекция еще пока маленькая, некоторые фонари у меня просто, по крайней мере, один выбыл из этой коллекции уже давно как. И я вам покажу, вкратце объясню. Этот фонарь я недавно обзор снимал, вот эти уже давненько. Давайте начнем с этого фонаря, уже который светился даже в моем видосе том. Вот такой фонарь. Черновцы стоят 1 рубль. Это неплохие деньги. Вот таким образом открывается. Вот такой внутри. И смотрите, здесь, короче, вот эта штука. Это патрон, можно сказать. Куда вкручивается лампочка. Она взята из витебского фонаря. Потому что родная, которая здесь была, она сюда просто не входит. Она либо болтается и вообще не входит туда. Поэтому пришлось поставить от витебского, потому что она больше. И одна особенность. Этот фонарь не может стоять, потому что у него угол такой срезанный. А витебский фонарь мог стоять. Витебский фонарь, кстати, я снимал обзор. На канале есть. Он достаточно яркий. Вот такой фонарь. Здесь я уже поменял стекло на настоящее. То есть, это у меня оргстекло было, а сейчас оно нормальное. Следующий фонарь – это Фотон завода ЗИМ, производитель. Вот такой фонарь. В данный момент он не работает, потому что я как-то переделал его на светодиоды. Откручиваю. Ценник, кстати, я здесь не нашел, но он по мотиву советского сделан. Я думаю, что после перестройки. Я так сделал. Эта система работала у меня долго. А потом что-то с ним пошло. Что-то пошло не так. Он начал, как сигнальный фонарь вот этот. Вот так светить. Так этот чаще, а тот дольше. Вот так светил. А так, я с ним особо больше ничего и не делал. Я просто перевел на светодиоды, потому что, мне показалось это лучше. Кстати, да, это самый лучший вариант. Я так переделал. Охренеть, как светил. И я помню, я переделал витебский фонарь также. Тоже охренеть светил. Но там было очень много проводов. Ну это ладно. Такой фонарь достаточно хороший. В советское время. Давайте объясню. Еще здесь вот это вот, видите? Плафон, он достаточно яркий. Так, последний фонарь, который я тоже недавно нашел. Вот такой фонарь, я не знаю, как называется тут. Вот, по-моему, здесь сейчас. По-моему, это клеймо завода, вот. Но так не написано. Здесь сейчас тут цена написана. А вот BN1001. Вот этот BN0004. Вот этот вот. Можно сказать. Такой фонарь очень яркий. Это сигнальный фонарь. Его можно даже сравнить с прожектором. Он реально яркий. Вот он такой. Достаточно яркий. Я уже показывал. Здесь есть система азбуки Морзе. Здесь такая рукоятка. Вот она болтается так. Потом открываешь и ставишь на стул. И это очень хорошая система, мне в этом фонаре нравится. Вкратце объясню тут. Здесь еще батарейный отсек. Вот такой. Этот фонарь очень яркий. Достаточно яркий. Здесь вот у меня поставлена лампочка на 2,5. На 3,5, извиняюсь. На 2,5 уже перегорело бы. 3,5 пока держится. Но лучше ставить на 5 вольт. Потому что, лампочка может перегореть. Либо она может испортиться. Я, по крайней мере, вот про эту лампочку. Я не знаю, видно ли вам. Вот фокус. Лампочка темная. То есть она потемнела. Допустим, если вы не видите разницу, давайте. Так.
я хотел достать бы, ну ладно. Вот эта лампочка, она целая. А вот эта, она темная, прям. Она уже подпортилась. И когда я пытался азбуку Морзе врубить, то почему-то он не очень мигал. Я не знаю, с чем это связано, но лампочка подпортилась почему-то. Ну, такой фонарь достаточно хороший. Мне он больше всего понравился, конечно. Ну, вот эта ручка, которая болтается, и смотрите, в чем прикол. Она болтается. Вот, держишь, и она уходит. Ой, ну да. Это минус. Карманный фонарь вот такой. Вот это карманный фонарь, а это уже другой тип. Вот. Вот этот фонарь мне больше всего нравится. Если сравнить его с питерским, вот этот намного лучше. Здесь даже можно вот эту часть открутить. Я не буду этого делать. Ну вот, пацаны, вот такая вот коллекция фонарей. Напишите в комментах, какой фонарь вам больше всего здесь нравится. Мне просто интересно. Какой бы вы из этих выбрали? Ну, светодиоды не берем. С вами был Артём. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот видос. Ну, если не нравится, ставьте дизлайк и можете написать, почему. Ну и подписывайтесь там на канал моих друзей, там на Усатую Пчелу, на Heart is Bang. Достаточно хорошие каналы. Канал моих друзей. Всем пока.